лодку на рейс. Было проще всегда уходить, оставаться всегда тяжелее. И нью-йоркские окна глядят на московскую зимнюю мглу, и скульптура свободы тебя ожидает на том берегу. Улыбаться научишься там, и как все отвечать, все окей, и вздыхать над куском пирога о стране непутевой своей. Между крыш небоскребов крутых небо порвано на лоскутки, таким же свободным, как ты. По ночам места нет от тоски, улетаешь в белом самолете, улетай счастью своему. Отпускаю ты и не хмурь свои брови, родная, и растеряна так не кури. Может быть, и снежной зимой прилетают в Нью-Йорк снегири. И не надо заученный фраз, просто вспомни меня иногда. Кто-то должен остаться сейчас, чтобы ты могла вернуться. Сергей, спасибо вам огромное. Но что особенно отрадно, это, конечно, сейчас вы думаете, я буду говорить про его голос. Но голос здесь есть. Просто не обсуждается. Это
тембр, который способен очаровать всех, всю женскую половину человечества, и даже часть мужской половины человечества тоже будет очарована его лирическими, тембральными какими-то мелизмами. Но я хочу сказать о другом, друзья мои. Я увидел абсолютно авторское прочтение именно этой песни, и вот та часть, которая переделана вами именно под мужскую сторону, она просто поразительна, настолько совершенно другие смыслы появились. Это, я так понимаю, вы же сами это сделали. Аплодисменты. Сергей Дудинский, автор, композитор и гениальнейший вокалист. Я думаю, что очень скоро все каналы центральные обратят особое внимание. Я лично буду этому содействовать. Обещаю вам, Сергей, спасибо. Вам. Нет, нет, ребят, теперь с этого момента все изменилось. Вы поверите, что здесь, именно здесь, на проспекте Мира 68, происходят те самые ключевые события. И здесь решается судьба многих вокалистов. Вот и сегодня Сергей Дудинский наконец-то приехал сюда, в Рассольников. И все завершилось. Первый тур завершился. Спасибо вам, Сергей. Мы продолжаем. Жюри поставило себе оценки там, да? Конечно. Да. Вот. И по этим оценкам мы понимаем, что все два участника вышли во второй тур, как ни странно. Удивительно, такое впервые, друзья мои, такого не было никогда на нашем конкурсе. Все два участника вышли в следующий тур. Это полуфинал.